Друзья, всем привет! Периодически на канале выходят видеоролики, не только связанные с обзорами на автомобили, но и видеоролики, где я пытаюсь сделать различного рода эксперименты. И прямо сейчас я вам хочу сделать анонс своей новой идеи. Досмотрите этот видеоролик до конца, я постараюсь быть максимально кратким, после чего вы сможете высказать ваше мнение в комментарии. А сегодня 14 марта 2018 года, и у блондина парни сегодня день рождения. Да, друзья, сегодня я праздную свой 28-й день рождения. Надеюсь, вы меня поздравите маленько в комментариях. Ну а за каждого из вас вечером я подниму маленькую рюмочку за здоровье. К делу. Вот мы снимаем видеообзоры на автомобили. На YouTube сейчас очень много авторов, у которых уже действительно большие каналы с большой аудиторией. И они в силу этих обстоятельств не могут каждому человеку отвечать на их комментарии, на их сообщения. А вопросы-то копятся. Так вот, мы решили прокатиться по всем известным автоблогерам и устроить с ними интервью. И с доброй интонацией спросить, кто ты вообще такой, откуда ты взялся, как ты пришел на YouTube, где ты доработал до этого, чем ты занимался, на чем ты ездишь сам. Вот ты снимаешь обзоры на автомобиле, можешь ли ты выделить тенденцию развития авторынка? Какой автомобиль сегодня лучше купить до 1 000 000 рублей? Что посмотреть на вторичке? Что посмотреть от 1 000 000 до 2 000 000 рублей? В общем, послушать их мнение по автомобилям, ведь каждый из нас снимает обзор, высказывает субъективное мнение, либо же высказывает его конструктивно. Но вот в дружеской атмосфере, когда мы стоим, смеемся, улыбаемся, пообщаться за автомобили, пообщаться за жизнь, чтобы автор был вам немного ближе. И вот первым откликнувшимся блогером будет Михаил Кульдяев, более известный как Миша Click on Car. Тот самый автоблогер, который ворвался на YouTube, закрепив на лбу у себя экшн-камеру, тем самым он снимал обзоры и получался такой эффект от первого лица. Он сидит в автомобиле, держит руль, и получается так, как будто ты тоже держишь руль. Первым автомобилем, которым он начал снимать, это было Renault Logan 3 года назад. Сегодня на канале более 260 000 подписчиков. И вот прямо сейчас у вас есть возможность опуститься пониже в комментариях и высказать ваше мнение, за что его стоит похвалить, за что его стоит поругать, какой ему вопрос стоит задать. В общем, все ваши идеи и инициативы всегда будут приветствоваться. Пишите ваше мнение, высказывайте его объективно. И если ваши комментарии будут интересны, мы обязательно их зададим. Это будет серия видеороликов, и кто будет следующим автоблогером у нас на интервью, вы сможете узнать, подписавшись на наш инстаграм-канал. Именно там я буду их анонсировать, и только там вы сможете задавать ваши вопросы и также давать советы еще до начала съемок. Непосредственно к самому Михаилу мы отправимся в ближайшее время. Уже на финальной стадии идут договоренности о дате и месте встречи. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить этот видеоролик, который выйдет совсем скоро. Кратко, сестра таланта, всю основную мысль предстоящих видеороликов я до вас донес, поэтому приглашаю всех вас в комментарии высказать ваше мнение. Всегда приятно читать конструктивную критику адекватных людей, но и те, кто всегда в негативе, кто во всех начинаниях видит все плохое, это не интересно, это уже было. Друзья, для вас комментарии также открыты. Вы всегда можете зайти, отгрузить немного дерьмеца, насыпать дизлайков. В общем, всем желаю добра. В пятницу, 16 марта, мы снимаем Kia Stinger в комплектации GT Line. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм канала, ставьте лайки, дизлайки. До новых встреч, пока!